Бонжорно. Доброе утро. И добро пожаловать на наш канал. Посмотрите, у нас 7 часов. Мне уже 10 минут 8. Пришла немножко пройтись по морю. Спортом позаниматься, походить. Посмотрите, сколько здесь народу. Очень много народу. С утра пораньше. Кто легким бегом занимается, кто бегает. И какая красота. Водичка теплая, теплая вода. Небо чистое. Людей прибывает и прибывает. В этом году я еще в прошлом году такого не было, как в этом году. Пойду так пройдусь немножко, покажу вам. Дойти домой надо. С утра кофе попила. Сейчас пойду опять кофе пить, завтракать и на море. Вчера опять шопывали, ездили опять, закупились. Этот кемпинг полупустой. Ну, еще и рано, правильно. Очень рано. А там, где я вам показывала, вон прямо, где разрешено итальянцам, и кто хочет, для них отдельно загорожено людей, которые могут, потому что им нельзя сюда проходить. Но я вам скажу, он полный. Он прям полный, полный. Кто с палатками, кто чем. Люди любыми путями едут сюда, лишь бы чтобы отдохнуть. Пока никого нету здесь. Думаю, прогуляюсь, что-нибудь вам сниму. Тут и собачками гуляют. Это тоже можно митывать. Пять лик здесь. Короче, 5 штук вот таких они пишут здесь. Можно митывать их. Только здесь не стоит на целый день, сколько стоит. Такой хороший шум воды, такой прям мягкий звук такой. Я сейчас, знаете что, я, если получится, фотографию вставлю. Ночью, видать, было тоже это, ну как волны эти, да, и вымела здесь пару этих медуз. Они такие прозрачные, я уже говорила, прозрачные такие. И по кругу у них такие синие точки, и у них такие как присоски. Сейчас, если я ее море мне унесло, то я посмотрю. Ну тут еще у нас этот сверху сидит, он наблюдает, ну, чтобы никто не утонул. Ну, на каждом кемпинге, на каждом месте есть свой этот. Если вы видите, вон красная будка сверху, как телевышка, я говорю. И вот они наблюдают. Вдруг что случится, они сразу на лодках выезжают и спасают. Спасатели.
Если, потому что он шел сзади меня, он смотрел. Они сразу очищают, потому что здесь дети купаются. И они сразу чистят, их убирают как-то. Здесь лежит. Я шла туда, она была здесь. И сейчас она здесь. Как охота ее потрогать, но боюсь.